Вы смотрите топ-10 ФОМБ чемпионата России Суперлига. Все моменты с приставкой «Супер». Восьмой выпуск. Поехали! Открывает нашу подборку центровой ростовской команды «Барс РГЭО» Денис Викентьев, который грамотно врывается под кольцо вдоль лицевой, получает мяч и вколачивает сверху. Девятое место. До конца первой четверти остается 3 секунды. Валерий Князев переходит на чужую половину и затыкает сирену точным броском с 10 метров. Классный базер от разыгрывающего ЦСКА-2 с сопротивлением. Восьмое место. Кирилл Горнаев после пика опускается вниз, но там его уже встречает Дмитрий Флис. Шикарный блокшот от тяжелого форварда «Барс РГЭО». На седьмом месте потрясающий коннекшн от Шорлока. Владислав Близнюк опрокидывает мяч между двумя защитниками на Льва Кузьменко, и тот со всей силы засаживает сверху. Бам! Шестое место. Игорь Самсонов засылает мяч в отрыв на Никиту Баринова, и, казалось бы, дело сделано. Но не тут-то было. Михаил Богданович вылетает с правой стороны и отвешивает смачный блокшот центровому игры. На пятом месте расположился Даниил Пасашков из Новосиба. Вот что должен был сделать Никита Баринов в отрыве. Да, как следует вколотить сверху. Как Даниил не оторвал кольцо, остается загадкой. На четвертом месте еще один любитель повисеть на кольцах. Центровой фарм команды «Зенита» Егор Рыжов. Прекрасный алюп после пик-н-ролла. «Зенит-2» обыгрывает МБА-МАИ, а Егор оформляет карьер-хай, набрав 34 очка. Третье место. По ходу матча преимущество темпа доходило до 15 очков, но хозяева площадки смогли вернуться в игру и одержать победу в овертайме. Отдельного внимания заслуживает сумасшедший блокшот Романа Лагутина Александру Евсееву. Второе место. А теперь запомни. Ты теперь пацан, ты теперь с ЦСКА, а кругом враги. Павел Захаров жестоко разбирается с Кириллом Архиповым. Одной рукой заносит сверху, а другой наносит сечку сопернику. Ну а на первом месте у нас сегодня капитан Химок Дмитрий Коршаков с дичайшим постером через Николу Мишковича. Смотрите, что происходит дальше. Сербский легионер не может сдержать эмоции после такого данка и от досады прописывает джеб левой в ягодицу нависающего над ним Коршакова. В итоге арбитры удаляют разбушевавшегося серба с площадки, а баскетболисты Химок обыгрывают Иркут и продлевают победную серию до 11 матчей. На этом все. Следи за ФМБ чемпионатом России Суперлиги на RussiaBasket.ru и люби эту игру!